День России видом начался с утреннего забега. Посмотрите, как много людей пришло, чтобы поучаствовать в нем. Это спортсмены, это те, кто пришел их поддержать. Всего более 300 человек. В 9-й раз участники легкоатлетического забега собрались на старте у Видновского ЗАГСа. В основном молодежь – представители спортивных клубов. Футболки с гербом Ленинского округа, на запястьях ленточки по цвету российского триколора. Настроены бодро. Бег, он как бы улучшает выносливость. Бег важен для здоровья. Команда наша «Видное развитие». Мы бегаем в честь Дня России. Каждый год, кстати, каждый год. Так, будете впереди, надеюсь, сегодня? Конечно. Мероприятие открыл советник главы Ленинского городского округа Моисей Шамаилов, отметив, что сегодня на старте собрались те, кто любит спорт и поддерживает здоровый образ жизни. Мы с вами многое делаем для пропаганды спорта, но вот забег – это одна из самых, наверное, основных изначальных форм приобщения к спорту. У нас вон сколько молодых и юных. И я вас всех приветствую от имени главы Ленинского городского округа Алексея Петровича Спасского, от Совета депутатов. Желаю вам мира, добра и благополучия! И вот объявлен старт. Маршрут забега проходил по улице Заводской до Советской площади, далее по Школьной, через Детский, Прудный и Зеленый переулки. Финишировали участники на стадионе. Одним из первых прибежал Станислав Ионов. Заслуженный тренер РСФСР уже перешагнул 80-летний рубеж, но тем ценнее его пример для подрастающего поколения. Замечательный день, смотрите, погода какая. Дети пришли, родители пришли. День России – это для нас праздник. Праздничное настроение и у семьи Гейст, которая приняла участие в забеге. Самый младший, 3-летний Денис, пока еще не готов к интервью, но медаль заработал настоящую. Мы всей семьей бежали сегодня. 4 детей, один еще у нас каратист, пошел пить воду. Вот, и у нас еще вот тоже смена готовится. Это Кирюша, ему 6 лет. У нас вот пробежка была и 9-летняя, и его 13-летняя дочка бежала. Все вчетвером. А на стадионе уже готовились к традиционному турниру в честь Дня России любительские футбольные команды. Да много команд. Бирюлева, Видновская команда, Метеор, Самурай. Ждем гостей из Домодедова. Две команды Горки Ленинские, команда Видновской профессиональной лиги футбольной, администрация, силовые структуры, команда Булатникова и команда Сатурн. Пока разминали, стало понятным, на победу настроены все. Сергей Лепихов из Горок Ленинских готов защищать ворота своей команды. Вот эти доли секунды, когда мяч летит, как это? Надо читать ситуацию и все. Успеваете считывать? Успеваю. Когда получается. В профессиональной деятельности сотрудников МЧС физическая подготовка очень важна. Футбол – один из любимых видов спорта спасателей. Футбол, прежде всего, игра развивает выносливость, которая крайне критически важна для профессии пожарного спасателя, потому что ты можешь быть большой, сильный, разный, но выносливый должен быть обязательно. В упорной и честной борьбе команды-участницы старались завоевать победу. В итоге Горки Ленинские взяли 3-е место, Горки – 2-е, а победителями турнира признана команда администрации Ленинского городского округа. И свою победу футболисты посвятили Дню России. Я считаю, что такой праздник он должен быть, и многие страны его отмечают, а вот День России для меня лично это такая история очень хорошая с точки зрения объединения, единения и так далее. И это единение смогли прочувствовать все, кто это утро начал со спорта. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.